Как вам живется в городе? Хорошо. Ну, получше, чем было летом сейчас. Получше, чем летом сейчас. Мы уже привыкли к этому. Да. Ну а свет есть, вода. Глаза нету, свет есть, вода есть. А где? Сейчас есть у нас вода. Да, течет, да. Постепенно магазины работают. Да, магазины работают. То есть постепенно город хоть чуть-чуть, но в жизни возвращается. Ну, понятно. Вот чего это? С рогатки, что ли? Так вы это так и живете там, в смысле? Или вы так? Очень смешно. Мало ли. Мы за вас беспокоимся, чтобы вы не упали. Вот тут. Это совсем недавно, да, получается? Да, это на той неделе. Что сделали? А из чего это прилетело? Да ну кто? Это и танк, может, и... Да нет, танк вряд ли. Не? САУ. Ну, самоходная артиллерийская установка, она бьет на 20 километров, считайте, а здесь вот от Попасной, да? Ну, оно так где-то и есть. Ну, здесь километров 8. Тут живешь? Михаил, как бы отдохнул. Я тут не был. Страшно? Вот там эти... В подвалах живешь? В подвале живешь или? Воронки, да? Да, воронки там есть. Вот, пожалуйста, что здесь? Что здесь творится? Да, вот. Так, сперва вот сюда вот пролетело, видишь, вот сюда. Ага. И потом... Но это было чуть раньше. Вот это чуть раньше, это с миномета он будет видеть. А там уже. Да. Какая? Подвиг. Проверили по сама на бомбу убежишь. Принял. Нет, не бомба. Или там, с той стороны. А вы так как вы были тот раз, как дома, как когда бахнул? Я за 10 минут вышла отсюда. Ну это представляете, это насколько повезло и. Двое были вот тут, с этой стороны, на втором этаже. Справа. Лопится, повезло, что справа, а не слева. Ну это которых МЧСники вытаскивали, да, приехали. Да. Они даже не готовы были, они раздетые были, все. Им говорят, что он говорит, ну сейчас оденем. То есть это днем, да, прилетело? Да, это днем. Без 23 вот, это без, было. Без 23. Без 23. Это... Как раз я позвонил, 38 минут было, тебе не спрашивал, где это было. Ну, смотрите, полностью. А какое это число было больше? 29-е. 29. Это вот, неделю назад. Я же говорю, до такой степени. Ну, с чего это могли? Это самоходная... Да вон, да, за этим, за асфальтом, там воронка по я поясу. Я знаю, я же был. Вот это ж тот же день. Это вот, здесь одна воронка да, за да, этим. Да, да, да. Вот посмотреть с этой стороны, вот плиты нет на втором этаже. Mm-hmm. Остальные плиты не здесь, на чем попала мина, так она. У меня в кухне вот так балкон щель разбила. Это... Вот ну это вот да, вот это ж первый раз попала да мина, это еще давно было. А это уже прилетело и прилетело очень весомо. Вот уже это было между... Это благо, что здесь людей не было. Если бы находились люди, вот считайте, все, одна кто был бы... Одна через крышу, все... вторая, там через крышу на пятом и перекрывали сами. Таскали, вон они даже доски еще есть. То есть сейчас восстановить вот это уже практически нереально. А, это нереально. Оно все там порасходилось, там между плитами. Конечно, там между плитами уже. Алло. Вот так вот. Я на смерть. Люди выбирают, что могут.
А вы так и живете здесь, получается? Нет, я живу в соседнем подъезде. Вам не прилетало в дом? Чего? А, вы в подъезде, вам в соседнем доме? Нет. В смысле в дом не прилетало? Ну вот я смотрю, попало. Шесть раз. Шесть раз, да? Ну, конечно. Первые два раза 26 июля. А это 29-го. А это вы откуда? Это Да, это опять там. Чего у там закрыто. Там получается бомба. Вот расскажите. Он тоже попал, да? Мне? Ну я тут даже не живу уже. Я по подвалам, по чужим квартирам. Коты поставались. Попала, сама лучше. Иди нахер отсюда. Иди продавлю сейчас. Она была вогнута туда твоего. А, туда было? Да, так. Да. Хлопцы выровняли. Все, выехали мы уже отсюда. Потому что боимся, что завалится. Вот. Ни балкона, ничего у нас нет. Не надо выбирать. Балкон отвалился, дырка тут. Это уже все, приезжаем. Жили неплохо. Это наш зал. О. Югославская мебель была у меня, между прочим. И кресла купили 2 года назад. Вот такие вот. Это наш зал, можете написать. Может, как-нибудь я все-таки... Машинка швейная, очень жалко. Я швея. Не разберешься, наверное, завала. Да вот второй этаж, как-то ленька вроде аккуратненько упала. Вот это такие вещи у нас делаются. Ну, кто ж теперь дотянется закрыть? Одна махонькая еще в школу не ходит. Можете представить? А свет есть, я смотрю, да? Буквально. А, нет, откуда свет? Я уже и горит. Да, горит. Вот, пожалуйста, одинокая женщина, муж умер. Поехала на заработки. Вот, подсолнухи любила. Видите, у нее все в подсолнухах. Холодно ж здесь. Да. С воды бывает 7 дней нету, бывает света 2 дня нету. А что ж тут делать? А у нас это... сейчас в подвалах не прячетесь, возобновились. Прячемся, по 2-3 часа сидим, и ночью сидим, вот позавчера до 2 ночи, вот сидели, а что делать? А вот это когда прилетело сюда? Вот это, 29-го этого месяца. 29 октября? Да. А вы дома? Я даже время скажу. Да. Я была под обстрелом. Хлопцы, это что-то. Я пошла на гаражи, моей сына, жена, мама, помирают с голоду. Перевальцки. Пенсии нет, зарплат нет, 3 маленьких детей, внуков. И она мне попросила, у меня есть кое-какая закрывашка, продукты, ну все-таки мы вдвоем с мужем лучше живем, как бы. И я ж поехала туда, взять в гараже что-то. И с подругой разговариваю по телефону, так, это самое. Я говорю, ладно, говорю, уже хватит. И я отошла, вот как отсюда, ну вот чуть-чуть дальше в той двери. И где-то 100 метров мина упала. Вот если бы я стояла, уже бы я тут не разговаривала. И я вот это, как этот рассказывал, Максим на пузе проползет. Под гаражом, на животе, будка там стояла, за будку. Вот так согнулась и сижу. Вот так. Думаю, хоть будка закроет. А оно падает вот это, как раз пролет вот, и летает, и летает. И если бы не веточки, на 1,5 сантиметра осколок. Я еще сильнее сжалась, уже некуда. Слышу голоса. Тетка, текай сюда. Тетка. Глянула, никого нету. Думаю, че в раю уже, не пойму я что. Ну, слышу опять, тетка, беги сюда. Думаю, да кто ж тут разговаривает. Когда я лежу ополченцы, у них же только лицо так вот рябенькие. Думаю, ну какой промежуток между взрывами? Вот бежать-то надо 5, 6 или 7 гаражей, это ж их пробежать надо. Короче, успела я пробежать, и там мы с ними вместе, в этом ярке, втроем лежали. Ну, они вылазили по делу, там, смотреть, что им надо. Я еще ведрами накрылась, как они говорят, они железные, я говорю, нет, пластмасса. Говорят, ну, ничего, они тебя не удержат. Я говорю, а вдруг маленький осколок? И боялась идти. А им уже звонят отсюда, так и так попали в дом. Я уже там знала, в дом, ну, думаю, в дом там, к ним, они на первом этаже там. Все живые, слава Богу. Ну, слава Богу, что живые. И я вот это, уже люди начали ходить, хотя стреляли. В
с ПМЗ с работы шли. Потому что на ПМЗ стреляли там рядом где-то. И по домам шли. А мне страшно. И тогда я вот это понад гаражами, через огороды. И не сюда, а вокруг десятого дома, потому что нам ближе подвал. И туда, в подвал. А хлопцы говорят, Нин, ты видела, у тебя квартиры нету. Я говорю, я увижу и завтра, и послезавтра. Говорю, сейчас я тихо, спокойно там посижу. Посидели, муж пришел с работы, поглядели. Но мне показалось, что целое. Я на подъезд меньше глянула. Думаю, так, вот, вроде как было, так и есть. Когда подхожу, ничего нет. Так что нам попали 26-е в угол, туда, в зал, дырка была. Мы ее заделали, заделали окна дверями, четверями. Балкон, вот, тоже все выбито, балкона не было у нас и в соседке. Это была 29-я уже балкона это. Ну, я уже и не собиралась тут. Ну, а дверь это выровняли, видели, вы не зашли. Там надо было бочком поджав живот пролазить. Ну, зато бы ничего и не украли, как вынести никак. Понятно. Ну, а 29-го вот это же уже добили. Ты весь что? Дом, под, ну, два подъезда, все. Прямо в вашу квартиру дважды попадало? Вон туда, в зал, в угол. Один. И вот тут вон кухня, тоже в угол. Вот на балкон. Два раза. Там дырку заделали кирпичом. Сколько труда. Кирпич найти с подвала, принести песок, притащить. Это крышу ж мы покрыли сами за свои деньги. Помогали кумовья. Песок сколько притаскали, сколько цемента, все таскали. Друзья не помогали, хотя говорят, народу помогайте. Пальчиком не шевельнули. И воды сколько подняли. Заделали, чтоб не текло. И в воскресенье в то собирались вот толью, ну как надо, чтоб не текло. Думали, все-таки ж мебель. Да. Мебель новая ж. Мы ж купили 2-3 года назад. Думаю, ну на старости лет, чтоб красиво жили, пожили.